Thank you so much. Good morning, everybody. I'm really grateful to be here again in Monterey. My first time in Monterey was 1992. So since then, I have been visiting here, living here for all those years, which you easily can calculate as quarter century. So my attachment to Monterey has always been very strong, and I have always been impressed of the level of programs related to international security, specifically nuclear non-proliferation here at this building, at the James Martin Center for Non-Proliferation Studies. But also it is true that in the whole town you can hear Russian language quite a lot, and I'm very glad that Russian studies are being rediscovered and redeveloped here thanks to Professor Anna Vasilieva through her summer symposium and other related programs, because in these times, which we will be discussing in a second now in the Russian language, the importance of understanding, not pretending understanding Russia, but understanding Russia is really unprecedentedly high. Теперь всех с добрым утром. Кого-то я могу поздравить с праздником, наверное. Кто-то просто сегодня отметит в календаре эту дату. Я не считаю ее праздником, но я считаю, что, конечно, мы с вами сегодня здесь собираемся, говоря на русском языке, в особый для России день. Ровно 100 лет назад произошел переворот, приведший к власти большевистское правительство Ленина и ставшее последствием февральской революции, что принесло огромное количество страданий русскому народу и другим народам, проживавшим в России. Столетняя дата дает серьезный повод задуматься, осмыслить историю, осмыслить то, где Россия находится сегодня. И я очень рад, что присутствующие здесь коллеги могут не только на английском, но и на русском языках знакомиться с соответствующими материалами, с дискуссией, и не сомневаюсь, что вы это делаете в ходе ваших занятий, в ходе ваших исследований и в ходе ваших практических работ. Но так как Россия моя родина, для меня это вопрос как исторический, так и, как и для любого русского человека, очень личный. И хотя целых 100 лет прошло, с 7 ноября или с 25 октября 1917 года, вопросы, связанные с развитием России, с сломом этого развития в 1917 году, конечно, думаю, не покидают любого исследователя. Но сегодня мы с вами будем говорить, несмотря на важность этой даты, о совершенно другой теме, которая находится на экране. Мы с вами будем говорить об очень актуальной для сегодняшнего дня теме. И я сразу хотел бы уточнить, если в этом зале люди, кто слушал мой семинар с похожим названием здесь в марте этого года. Таких людей я не вижу, но если я их увижу или они заглянут, я сразу могу сказать, что я последний раз выступал по этой теме здесь, в Монтерее, в марте. И, как мы по-русски говорим, много воды утекло с тех пор.
многое изменилось в двусторонних российско-американских отношениях, что дает серьезное основание сегодня снова поглядеть на те вопросы, которые я поставил раньше, я их в каком-то смысле повторю. Для меня, для самого, это будет такое partial déjà-vu. Но ответы на них сегодня будут звучать несколько иначе, чем они могли быть еще весной вот этого года. Мы говорим с вами не про 1917 год, мы говорим про 2017 год. События развиваются очень динамично. Мне приходится быть где-то в вихре этих событий, вовлеченным в эти события. И иногда вот такие возможности, как эта лекция, постараться немножечко дистанцироваться от глубокой вовлеченности в практическое делание, да, making российско-американских отношений и посмотреть на них немножко со стороны. Сразу попрошу, если что-то будет в моем русском языке непонятно, please interrupt me for clarification, for clarity reasons. Какое-то сокращение, которое я, acronym я использую, и вам он будет непонятен. Ну а если будет все понятно по словам, то уже дискуссию мы сделаем после перерыва, да, то есть какие-то substantive questions, тогда мы их оставим после перерыва. Ну, давайте сначала посмотрим на ситуацию, в которой, которой российско-американские отношения подошли в момент украинского кризиса. Сегодня принято говорить, что из-за украинского кризиса, из-за воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией, или, как некоторые говорят, из-за аннексии Крыма России, произошло ухудшение российско-американских стратегических отношений. Это ложный анализ, на мой взгляд. Серьезные проблемы в стратегическом российско-американском диалоге накапливались все 1990-е годы, то есть все последнее десятилетие 20 века, и стали проявляться, правда, не системно, с середины нулевых годов, примерно в районе 2006-2007 года. Если мы посмотрим на 90-е годы, годы крайне тяжелые для Российской Федерации, глубочайший социально-экономический кризис, непродуманная социально-экономическая политика, мальчики из Чикаго, которые приезжают только чтобы получить свой кэш и гонорар, и потом уезжают обратно в Чикаго, а российская экономика остается в руинах. Это то, что мы имели в 90-е годы. С другой стороны, определенный романтизм со стороны России. Никто, кроме России, не несет ответственности за ее романтизм. Это прямая ответственность России и ее политического руководства 90-х годов за ложные ожидания. Это не то, что вот Соединенные Штаты, какие они нехорошие, они не оправдали наши ожидания. Нет, дело не в этом. У Соединенных Штатов свои национальные интересы, которые Соединенные Штаты решали в тот момент. А у России были завышенные ожидания. Реальные ожидания в какой-то момент 92-93 года возможности полноправного вступления в НАТО и ожидания того, что новая демократическая Россия с традиционно демократическими Соединенными Штатами будут участвовать в редизайне глобальной повестки дня.
Ничего более ложного, как ожидание, представить себе нельзя. Но мне легко об этом говорить сегодня. Конечно, в 90-е годы это могло выглядеть иначе. И вот этот российский романтизм в сочетании с этой российской экономической слабостью был использован, used and abused, с Соединенными Штатами, прежде всего демократической администрацией Клинтона, который под предлогами дружбы и покровительства России, естественно, поставил Россию в достаточно, спасибо, в достаточно унизительное положение. Есть роман Достоевского «Униженные и оскорбленные». Это не лучший роман Достоевского, но, тем не менее, он хорошо дает понять состояние отдельных индивидуумов, состояние глубокой драмы и унижения. В России любое унижение потом отыгрывается назад, оно накапливается, отыгрывается назад. Не понять это могли только те, кто не знали России, не думали о ней, а думали о своих краткосрочных интересах. Причем первый сигнал для Соединенных Штатов был достаточно благоприятный, когда на вербальном уровне Россия протестовала против вмешательства Соединенных Штатов и НАТО в дела Югославии, бомбардировки Сербии, отторжение Косово. Но он в практическом смысле очень мало чего сделал. Знаменитый бросок военный до Приштины был скорее пиар-акцией, чем реальным военным ходом. В Соединенных Штатах это хорошо понимали. Ситуация начала меняться в начале нулевых годов. Менялась она медленно. Президент Путин посвятил первые 2 или 3 года серьезной внешнеполитической разведке, чтобы для себя, для самого определить приоритеты, которые до этого он видел в основном по бумагам, которые он получал, работая в частности директором Федеральной службы безопасности. Но примерно к 2006-2007 годам, это когда уже республиканская администрация, бушевская администрация, когда президенты хорошо смотрели в глаза друг другу и видели там душу, и, казалось бы, даже подписывались новые соглашения по контролю над вооружениями, как известный Assort Treaty. В Москве стало концентрироваться понимание невозможности продолжения той же модальности отношений с Соединенными Штатами по линии начальник-подчиненный. А выстраивать равные партнерские отношения нужно было, очистившись от предыдущих проблем. Президент Путин, как известно, призвал к такому очищению в своей мюнхенской речи 2007 года, которую все изучают, она очень ясная речь, она известная речь, но тем не менее ее просто восприняли, что такое тут Путин пришел, решил выступить, всех напугать. Вот. Путин никого не хотел напугать, но вы же знаете, он как бы занимается martial arts, да, единоборствами, поэтому у него правило всегда сначала предупредить противника, а потом бить. То есть он не бьет вот так вот без предупреждения. Он предупредил. Но ситуация продолжала накапливать негатив под внешним ощущением, что отношения-то, в общем-то, неплохие. 2008 год – это вторжение Грузии в Южную Осетию, гибель миротворцев и ответный удар России, где Россия делает выбор не доходить до Тбилиси, остановиться и ограничиться признанием суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
Это уже должен был быть более серьезный сигнал для Соединенных Штатов. Но, тем не менее, Россия подавала, продолжала продавать противоречивые сигналы. Президентство Дмитрия Медведева, Россия повела себя удивительно тихо, когда НАТО решило использовать силу против Ливии. Ливия никогда не была близким для России клиентом. И тем не менее, Россия должна была защитить режим Каддафи, без всякой любви к Каддафи, просто чтобы обозначить важность позиций и баланса интересов сил в регионе Ближнего и Среднего Востока. Но Россия промолчала в Совете Безопасности, что опять же было интерпретировано Соединенными Штатами как продолжение слабости России. Отчасти это было верно. Военная машина России находилась только-только в состоянии начала реформирования, и даже война с Грузией выявила несовершенство российской военной машины. Человек, над которым сегодня многие посмеиваются, бывший министр обороны Сердюков, взял на себя самую неприятную миссию – жесткой реформы российских вооруженных сил с серьезнейшим финансовым контролем, которая была осуществлена, и первые результаты которых Россия ощущает как раз сейчас, и мы предполагаем, что ее финальные результаты мы увидим к 2020-2022 году. Таким образом, Россия начала реструктуризировать свои военные возможности, а благоприятная экономическая конъюнктура и высокие цены на нефть, так называемая нефтяная игла, позволили России чувствовать себя более уверенно и более грамотно инвестировать в собственное развитие. Вот к этому мы подошли к администрации Обамы, которая пришла в Вашингтоне, и, конечно, там все варианты были на столе. И стали пробовать разные варианты. Сначала, если вы помните, президент Медведев и президент Обама 1 апреля заявили в Лондоне, что хотят работать над сокращением стратегических наступательных вооружений и в конце концов довести ядерное оружие до полного нуля. Но это такое было вот как бы fool's day statement, может быть, до 1 апреля. Но тем не менее они сделали Пражский договор, так называемый новый СНВ, New START Treaty, который был подписан в Праге. Сегодня интересно вспомнить, что российская сторона изначально предлагала подписать его в Киеве, да, матери городов русских. Но американская сторона сказала, нет, хотим Прагу, потому что для Нобелевского лауреата Обамы Прага имела некое сакральное значение. И Путин согласился делать это не в Киеве. Значит, сегодня мы бы имели киевский договор о сокращении наступательных вооружений. Да, такой Arms Control Kiev Chicken. Но мы имеем то, что мы имеем сегодня. В том числе и после подписания договора по новому СНВ, продолжение американской политики развития глобальной системы противоракетной обороны, что шло в полное противоречие с российскими интересами. Россия продолжала работать с Соединенными Штатами по некоторым специальным дорожкам или трекам, прежде всего по иранскому треку. Мы с некоторыми из вас будем завтра говорить по вопросам российско-иранских отношений. У меня лекция соответствующая во время ланча. Сейчас ограничусь лишь тем, что Российская Федерация старалась способствовать тому, что и Соединенные Штаты, и Иран поняли необходимость двустороннего диалога. Мы не только не ревновали, мы старались помочь, чтобы обе стороны сели спокойно в Маскате под финиковыми пальмами и приблизились к пониманию двусторонних интересов, а затем уже в многостороннем формате. Мы выработали то, что сейчас называется
совместный всеобъемлющий план действий СВДП или JCPOA. То есть здесь Россия проявила заинтересованность и добрую волю, пошагово, степ-бай-степ, продвигаясь к решению иранской ядерной проблемы, что объективно сближало российские интересы с интересами Соединенных Штатов. Но не должно быть иллюзий. Это было скорее исключение из правила, чем правило. А иллюзии, видимо, в Вашингтоне накапливались. И, возможно, там хороших специалистов по России не хватало, либо эти специалисты не имели достаточного голоса для принятия внешнеполитических решений. И вот не 2014 год, а 2013 год стал поворотным годом в двусторонних российско-американских отношениях, который четко вел их уже к кризису. Интересным образом, главным, я бы так сказал, катализатором такого кризиса, да, ведь это же объективные факторы, накапливаются проблемы. Но всегда должен быть какой-то субъективный фактор, катализатор, который ускорит этот процесс. И вот этим катализатором стал милый молодой человек, которого зовут Эдвард Сноуден, который сейчас где-то под Москвой смотрит на первый снег, который покрыл Россию, а планировал, видимо, смотреть на пляже Варадеро на Кубе. Видите, как жизнь меняется, как мы говорим по-русски, человек предполагает, а Бог располагает. И вот то, что произошло со Сноуденом. Его предположения не полностью отнеслись с международной повесткой дня, и в результате он со своими интересными данными, частично преданными гласности о американском тотальном информационном контроле и колоссальном количестве нелегальных операций в этой связи, он оказался не в Гаване, он оказался не в Гонконге, а он оказался в аэропорту Шереметьево. И, пожалуй, это был момент для президента Путина, один из ключевых, когда нужно сделать выбор. Когда президент Обама, впервые за многие годы американский президент выступал в роли униженного. Вот не Россия, а американский президент. И униженно звонил и просил передать Сноудена американскому правосудию. И у Путина были всегда варианты. У нас всегда есть вариант. Отдать одного человека и получить, наверное, взамен серьезный пакет уступок со стороны Соединенных Штатов. Один человек. А что? Тем более уже все сказал, что мог в основном. Да. Отдать его сюда, пусть посидит за свои откровения. Или сказать, нет, мы выступаем за защиту прав человека, мы в России, и оставить Сноудена. И решение оставить Сноудена в Москве было неожиданным даже для многих людей из очень близкого окружения Путина. Это было его персональное политическое решение, что, безусловно, стало сигналом к войне, пусть и холодной войне, против Соединенных. Обама никогда Путину этого не простил. Да, думаю, в более широком смысле американский эстаблишмент не мог проигнорировать такого поведения. Это был конкретный пример. А потом все, естественно, начало скатываться. А дальше я не включаю сюда такие вопросы, как акт Магнитского, акт закон Димы Яковлева. Но, естественно, отношения стали сокращаться по всем дорожкам, и гуманитарной, и стратегической. По экономической сокращаться было особенно нечему. Российско-американские экономические отношения, как вы знаете, очень скромные, серьезные нам погоды не делают, за исключением, может быть, парочки отраслей, таких как авиакосмическая. Да? В остальном все это не очень интересно. И в 2014 году мы получили то, что, наверное, ожидали. Окончательное охлаждение отношений
и переход отношений между Россией и Западом в стадию новой холодной войны, иначе отформатированной, не похожей на классическую холодную войну 20 века, просто потому что это не 20 век, просто потому что это 21 век, и основные битвы разворачиваются сейчас не на Земле, а, естественно, в, так скажем, параллельных мирах. В космическом пространстве, может быть, сейчас там еще то, что разворачивается, мы об этом с вами широко и публично не говорим, но, естественно, идет соответствующая гонка вооружений. И в киберпространстве, ну, то, о чем сейчас, по-моему, все любят говорить, и все, кто знают, что там произошло, и все, кто ничего не знает, что там произошло. Но наличие войны в киберпространстве сегодня является просто подтверждением того тезиса, что происходит холодная война с ее горячими выбросами в разных регионах и в разных сферах, включая киберсферу. Я вам специально принес здесь слайды на английском языке, чтобы мой русский язык немножечко соотносился с большинством из вас, как все-таки людьми, говорящими по-английски, как ваш родной язык. По характеристике президента Путина, который четко сформулировал свои лозунги в 2014 году и четко дал инструкции своей команде, ключом проблем, характеризующих холодную войну 2.0, является неопределенность международной обстановки, которая продлится достаточно долгое время, рост конфликтного потенциала, обострение противоречий и усиление хаоса в мировых делах, как модерируемого из Вашингтона, так и неподконтрольного никому. Односторонние диктат Соединенных Штатов и создание матриц мировых решений по американскому образцу, как у нас говорят в Москве по заданию Вашингтонского обкома. Да? Размывание понятия национального суверенитета, когда лишь несколько, меньше 10 государств мира обладают полным национальным суверенитетом. И то мы начинаем уже сомневаться, даже наберем ли мы десяток таких государств. Мы не сомневаемся, что к таким государствам относятся Соединенные Штаты, Россия и Китай. Мы не сомневаемся, что к таким государствам относятся Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран, что и создает серьезнейшие проблемы в обеспечении их собственной независимости и безопасности, и создает те коллизии, которые сегодня находятся в новостях газет и на столах переговорщиков. Но мы уже можем сомневаться о степени суверенитета, безусловно, Израиль как суверенное государство, вот, степени суверенитета таких государств, как Франция, в чем раньше не приходилось сомневаться. Или Швейцария, которые могли быть вне роли размера государства, но масштаб политического влияния в сочетании с независимостью принятия решений обеспечивали этот суверенитет. Сегодня даже это вызывает сомнения. Спросите швейцарцев, суверенны ли они, и скажут, ха-ха-ха, после того, что американцы сделали с нашими банками, мы чувствуем себя только собачкой и придатком Соединенных Штатов. Даже если это преувеличение, это неплохо отражает современное настроение. И, наконец, более противоречивая вещь в восприятии президента Путина – это не соблюдение норм международного права. Но смотрите, конечно, Косово для Путина, да я бы сказал, для большинства россиян, то есть Путин не одинок уж точно, стало подтверждением того, что международное право находится на одной полке, а на другой как бы части находятся конкретные действия по решению ваших национальных интересов. Если вам полка с томиками международного права здесь не нужна, вы просто на нее не смотрите. Ну а потом, конечно, вторжение США в Ирак в 2003 году под предлогом поиска там weapons of mass destruction, которых, конечно, как знали прекрасно в Вашингтоне, там не найдут.
Но для Путина, опять же, здесь выбор. Либо ты читаешь всем лекцию о международном праве и говоришь, вот вы все там плохие, не соблюдаете международный, я один тут хороший, да? Как по-русски говорят, мы с вами по-русски общаемся, новые какие-то фразы. Весь в белом, да, вышел Путин сказал, я чист. Путин точно не повел себя по такому сценарию. Путин и его команда стали учиться у американцев в этом смысле. Прежде всего у Рейгана. Гренада, Гренада, Гренада моя. Вот типичный пример поведения Соединенных Штатов. Не понравилось какое-то государство, какой-то режим. Гренада, 1983 год. Смена этого режима, режим change. И эффективная, главное, чтобы была смена, да, такая, не болезнь. Вот. Путин решил, что нужно идти примерно по этому же пути, не подставлять вторую щеку, а учиться действовать так, как действует вероятный противник, а именно Соединенные Штаты. Здесь уже более широкая палитра оценки состояния международных отношений, которая, не меняя общих характеристик холодной войны России и Запада, а Запад это прежде всего Соединенные Штаты и сателлиты Соединенных Штатов, это как бы усложнение картинки, рост экстремизма и радикализма, расширение НАТО к российским границам, появление типов высокоточного оружия, high precision weapons, по своим качественным характеристикам, сравнимым с ядерным оружием, но не имеющим психологического барьера, которое предотвратило бы его применение, с пониманием того, что Соединенные Штаты здесь по-прежнему сильно опережают Российскую Федерацию в имеющихся технологиях. И очень интересная была констатация, сделана фактически впервые в доктринальном плане. В 2014 году российский президент признал возможность серии конфликтов с вовлечением великих держав, имея в виду Соединенные Штаты, Россию и Китай. Впервые была дана оценка возможности такого столкновения. Мы не говорим о ядерной войне, но мы говорим о столкновении в определенных регионах мира. И, наконец, полицентричный мир, который уже окружает нас, или переход к этому полицентричному миру, не может стать панацеей. Казалось бы, это решение не факт, отвечает Путин, потому что это делает только еще более сложный тот пазл, который выкладывается на международной карте. Ну вот то, что мы с вами сейчас имеем, конечно. Я думаю, что когда... Сейчас мы с вами уже будем говорить о нынешнем состоянии и о перспективах. Да, мы историческую часть прошли, так, проскакали. Когда мы говорим о сегодняшнем состоянии российско-американских отношений, мы безусловно понимаем, что они находятся в глубоком кризисе. И всегда есть вопрос, я его задавал даже в 2014 году своим коллегам, которые отвечают в Российской Федерации за имплементацию российско-американских отношений. Говорил, ну что, говорю, это вот самый низ, уже дальше падать не получится. Они на меня смотрели, еще, говорят, столько, куда можно падать. Вот. Конечно, правда то, что в октябре 2016 года, ровно год назад, мы в России готовились к полному кризисному управлению, такой вот crisis management mode, при приходе Хиллари Клинтон в Белый дом. И вот для этого ситуации все уже было выстроено. Неприятная была бы картина, но к ней Россия подготовилась. Верят в это в Вашингтоне или нет, но победа Трампа застала врасплох Москву. И высокая степень неопределенности продолжается все
текущий месяц. Хотя понятно, исторически понятно, что работать с республиканскими администрациями Советскому Союзу и России всегда было проще, чем с демократическим. Это факт жизни. Но администрация Трампа необычная республиканская администрация, как мы все знаем. И отравленность отношений скандалами вокруг обвинения России в кибервмешательстве, в вмешательстве в результаты американских выборов. Потом какие-то, я бы сказал, трагикомические ситуации вокруг бывшего российского посла Кисляка. Конечно, здесь ситуацию не улучшит. Новый российский посол в Вашингтоне, который приехал туда накануне 1 сентября, накануне Дня труда, чтобы хорошо потрудиться на благо укрепления двусторонних отношений, дал два крупных интервью накануне своего отъезда из Москвы. Первое было в газете «Коммерсант», второе было Сергею Брилеву на российском телевидении, где наш посол старался звучать максимально миролюбиво. В конце концов, он едет в страну для развития отношений, а не для crisis management. Посол пытался показать некоторые области двусторонних отношений, в том числе и в экономике, которые оказались еще островками позитивного отношения, прежде всего сотрудничество в космосе вокруг Международной космической станции, сохранение договоренностей по контролю над вооружениями, а именно новый СНВ и договор о ракетах средней и меньшей дальности РСМД, и неплохая динамика в области сельского хозяйства и рыболовства двусторонних отношений. Но это, конечно, тоже довольно, я бы так сказал, хрупкие, fragile ситуации. Особенно, что касается стратегической части диалога. Мы ее посмотрим. Но вот, как видите, здесь посол Антонов старался подчеркнуть, что Москва высоко ценит усилия президента Трампа, ну или слово appreciated можно здесь по-разному, Москва ценит усилия президента Трампа по улучшению американо-российских и российско-американских отношений. Ну а дальше заявляются традиционные принципы, по которым эти отношения должны строиться. И хотя они известны из любого учебника дипломатии, тем не менее я хочу обратить внимание на них. Равенство, реальное уважение интересов друг друга. Слово «уважение» вообще очень критично сейчас для Москвы. И невмешательство во внутренние дела друг друга. Но идеи подставить вторую щеку здесь также нет. Если вы нас по щеке, то мы куда-нибудь в другое место по принципу боевых искусств асимметрично будем отвечать. В декабре прошлого года, через примерно месяц после победы президента Трампа объявленной и за месяц до его инаугурации, я выступил с некоторыми предложениями, которые были сначала в узком документе распространены, а потом были широко опубликованы. Есть такое издание моей организации «Перцентр», которое называется «Russia Confidential». Это не то, что здесь конфиденциальная информация, коллеги, нет. Она публичная. Хочу сразу обратить внимание. Я вам не привез каких-то тут конфиденциальных бумаг. Sorry. Значит, ну и больше того, то, что я сейчас скажу, уже вошло в публичный оборот. А, к сожалению, вот мы сейчас с вами в оставшиеся 10-15 минут посмотрим, что-то уже могло и устареть. И давайте с вами посмотрим там, где Россия и Соединенные Штаты, что могли бы сделать на стратегической
плоскостях. Я не буду ничего говорить о сельском хозяйстве, о рыболовстве, извините, это не мои области, может быть, там все будет хорошо, но мне приходится немножко другими вопросами заниматься. Мне показалось, что есть 7 элементов, которые могут сблизить Россию и Соединенные Штаты в прагматичных, реальных joint ventures и совместной работе. Первый элемент, который мне представлялся и по-прежнему представляется наиболее очевидным, это совместная работа России и Соединенных Штатов по искоренению международного терроризма, прежде всего радикального исламизма, начиная с исламского государства ИГИЛ-Даэш, но не ограничиваясь им. Здесь наши интересы, хотя и не полностью совпадают, но они достаточно близки. И Россия, и Соединенные Штаты являются жертвами террористических атак для нас, для обоих государств, для обоих народов. Это достаточно болезненная тема. Мы показали здесь стойкость, resilience в данных ситуациях. И американский народ, и российский народ. Но мы способны, прежде всего через наши боевые возможности наших вооруженных сил, но также через возможности координации наших специальных служб, подавить международный терроризм, включая его военные базы и его финансирование. На этом направлении за последние месяцы, к сожалению, не было сделано, уже при Трампе мы сейчас говорим, не было сделано столько, сколько можно было сделать. Но определенный прогресс я здесь чувствую. Несмотря на серьезные трения, frictions между Россией и Соединенными Штатами по линии Ирак-Сирия, осуществляется определенная координация как в области практической борьбы с терроризмом, так и в области подавления финансирования терроризма. Консультации на этот счет никогда не прекращались. Некоторые из них, насколько я понимаю, носят достаточно результативный характер. Позитивную роль в решении проблем исламистского терроризма на Ближнем Востоке, прежде всего на территории Сирии, вносят израильское руководство и особые связи, которые существуют между частью представителей команды Трампа и израильским истеблишментом, верно то же, что и между Кремлем и определенной частью руководства Израиля существуют тесные неформальные контакты, которые позволяют, а на будущее еще больше позволят нам, если на это будет политическая воля, продвинуться в решении вопросов контртерроризма. Но, конечно, всегда есть практические вопросы. Кого считать террористами, а кого считать борцами за свободу? Мы знаем эти вопросы. И есть вопросы некоторого эгоизма, к кому принадлежит победа, да? Кто здесь победил, кто здесь освободил. Мне кажется, есть возможности сокращения этих разногласий, и определенная дискуссия здесь ведет нас в позитивную, потенциально позитивную сторону, да, чтобы не было впечатления, что вообще все мрачно и никакого прогресса здесь нет. Но это тоже очень хрупкая вещь, конечно. Аж тут же начинаются вопросы, а что с Асадом делать? Да? Ну, если вы видели, сейчас этих вопросов поменьше стало. Ну, и саудиты немножечко попритихли. Вот, я думаю, ситуация Катар против Саудовской Аравии, которой Россия очень грамотно воспользовалась некоторое время назад, она помогает нам косвенно в решении этих вопросов. Стратегический контроль над вооружением. Ну, об этом можно, как и о каждом слайде, говорить целую лекцию. Моя задача дать вам за 2 минуты представление, где мы находимся сейчас. А дальше уже в ходе вопросов и ответов, кому что интересно, я могу поподробнее посмотреть. Значит, здесь мы не видим возможности для какого-то быстрого прогресса.
а может быть, не видим возможности вообще ни для какого прогресса. Первая попытка Путина привнести вопросы стратегического контроля над вооружениями, или, как хотите, контроля над стратегическими вооружениями, в двустороннюю повестку дня оказалась неудачной. На другой стороне трубки Дональд Трамп сказал, что да, ну неинтересно, давайте что-нибудь следующее посмотрим. Чем новое СНВ продлевать, экстенд, а зачем? Вы и так тут нас обыграли, у вас такая хорошая переговорная команда была, у нас послабее. А вот, давайте не будем теперь продлевать. А, ну не будем, не надо, хозяин барин, не хотите, мы думаем, что это в американских скорее интересах сохранить вот такие верификационные механизмы и механизмы транспарентности. Но есть еще время для того, чтобы подумать. Инициировать этот процесс Россия больше не будет, продление нового СНВ. Но, наверное, мы готовы будем вернуться к обсуждению этого вопроса, если со стороны Соединенных Штатов будет сформулирован соответствующий интерес. Конечно, очень болезненный вопрос договора о ракетах средней и меньшей дальности. И здесь я должен сказать прямо. На мой взгляд, как эксперта, в интересах обоих государств, России и Соединенных Штатов, этот договор сохранить. В идеале, в наших интересах сделать его универсальным, то есть, чтобы привлечь другие государства, то получается некоторое неравенство. У нас этого типа ракет наземных нет, а у других государств они имеют. Такая, кстати, совместная российско-американская инициатива была при президенте Буше, но ничего дальше декларации не пошло. У Соединенных Штатов есть серьезные претензии к России, а у России к Соединенным Штатам по поводу исполнения этого договора. Эти претензии можно решать в рамках соответствующих механизмов, которые предусматривает этот договор. Но это вопрос не техники, это вопрос политики. Должен честно сказать, мое подозрение, очень серьезное подозрение, если Конгресс США введет новый раунд санкций против России, вот не будет говорить о чем-то, а именно введет новый раунд санкций, первой жертвой с российской стороны станет INRG. Хотя, на мой взгляд, как эксперта, это не в интересах России. Но, повторяю, здесь уже большая политика. Мы находимся в крайне жесткой конфронтации, недавнее заседание Совета Безопасности Российской Федерации, где были сформулированы позиции, позиционные, значит, российские ответы на дальнейшие действия со стороны США, к сожалению, настраивает меня здесь на глубоко пессимистичный лад, коллеги. Это область, которая, конечно, многим в этом здании знакома, кто занимается non-proliferation и кто сотрудничает с Джеймс Мартин Центр. Область сотрудничества России и США по нераспространению всегда была такой святой коровой, sacred cow, и в советской еще американском диалоге. Можно было там, советские войска входят в Афганистан, как бы две стороны сидят и продолжают конкретные обсуждения по проблемам нераспространения, по проблемам nuclear non-proliferation. Является ли сейчас эта тема тоже такой sacred cow, которая будет продолжаться и будет продолжаться двусторонний диалог, если общие отношения будут ухудшаться? Я не уверен. Ситуация меняется и в российском политическом руководстве, в том числе и в выступлении Путина на недавнем Валдайском форуме ранее осенью был послан четкий сигнал, как мне представляется, что нераспространение перестало быть вот такой священной коровой двусторонних отношений, и Российская Федерация не будет любой ценой сохранять российско-американский модус операнди по ключевым вопросам нераспространения, если не будет восстановлена вся сетка двусторонних стратегических отношений. Прежде всего, это касается вопросов Корейской Народно-Демократической Республики, где пока Российская Федерация играет аккуратно, в том числе и в Совете Безопасности ООН,
И это касается и СВПД, или JCPOA, плана по Ирану, где, конечно, Россия продолжает оставаться в этом плане и призывает все стороны, прежде всего Соединенные Штаты, остаться в имеющемся соглашении. Но недавний визит Путина в Иран показал, что у Российской Федерации своя повестка дня по Ирану, и совершенно не обязательно она должна спать там с американской или, может быть, с китайской. Это российская повестка. И тем не менее у нас есть и сохраняются пока возможности накануне обзорной конференции 2020 года в Нью-Йорке, в частности через обзорный процесс, который будет на ближайшем ПрИПКОМе в Женеве весной этого года, сохраняются возможности все-таки совместной координации, двусторонней, также в рамках P5 или N5, как вам больше нравится, ядерной пятерки. И у нас есть некоторые общие темы, например, как реагировать на новый договор о запрещении ядерного оружия, on the prohibition of nuclear weapons, и, конечно, общие темы, включающие Корейскую Народно-Демократическую Республику, они присутствуют. Об этом нам сигнализируют американские наши партнеры по диалогу. Но не может такого быть, что мы говорим только о том, где мы против чего-то выступаем совместно. Нужно что-то и вместе делать, а вместе делать пока сложновато. Конечно, наличие холодной войны в мире означает, как я сказал, наличие новых проявлений этой холодной войны в новых сферах, прежде всего в киберпространстве, а также в космическом пространстве. На сегодняшний момент практически ничего не делается для того, чтобы Россия и Соединенные Штаты выступили лидерами создания механизмов предотвращения контроля, если хотите, кибервооружений. Все знают количество проблем, которые с этими связаны, но никто не хочет заниматься решениями. Российская сторона накануне саммита в Гамбурге, где Путин и Трамп встречались. Кстати, хорошая была встреча. Позитивно. Американская сторона сначала подтвердила свою готовность вести двусторонний диалог по кибервопросам, но потом вынуждена была сказать нет. Но мы также должны понимать, и это тоже нужно очень четко нам с вами, мы говорим здесь в качестве учебного занятия в открытой аудитории, должны понимать, что отношения двусторонние настолько ядовито отравлены, что, конечно, публичный диалог, особенно по вопросам кибербезопасности, сейчас не представляется возможным двусторонним. Поэтому, конечно, нельзя исключать, давайте я сформулирую так, нельзя исключать, что правительственные эксперты России и Соединенных Штатов работают точечно над некоторыми вопросами, которые в дальнейшем могут помочь адресовать проблемы киберпространства и в определенной степени космического пространства. Пятый пункт. Вопросы европейской безопасности. Здесь Трамп довольно четко обозначил, что у него нет большого интереса заниматься Европой. И типа пусть тут Россия сама смотрит и сама договаривается с европейцами. Для России это представляет очень интересное окно возможностей. Европейцы, некоторые из них, честно говоря, немножко в ужасе, да, от Трампа. Вот, а некоторые не немножко в ужасе от Трампа. Многие в ужасе от того, что он делает сейчас по иранской ядерной сделке. И европейцы, несмотря на продолжение санкций в отношении России, начинают к России поворачиваться и обращаться о том, что необходимы двусторонние российско-европейские диалоги. И обижаются, когда мы говорим, что нам еще нужно с Вашингтоном посоветоваться.
Но мы их тоже спрашиваем, а вы с Вашингтоном посоветуете? Они говорят, нет, что мы европейцы, что мы сейчас будем с Трампом там советоваться? Он вообще не знает, что он хочет. Вот. Ну, наверное, не знает, но все-таки посоветоваться вам придется. Вот. Мы, конечно, ведем с Соединенными Штатами определенный, хотя на нынешний момент очень ограниченный разговор, связанный с новой структурой европейской безопасности, включая решение вопросов по Украине и отфиксирование нейтрального статуса и территориальной целостности этого государства, имея в виду его восточную часть. Ближний Восток. Здесь есть, конечно, когда я говорю о Ближнем Востоке, параллель с слайдом по терроризму. Но все-таки вопрос идет шире. Имея в виду интересную с точки зрения Москвы иногда конструктивную роль новой американской администрации, республиканской администрации Трампа на Ближнем Востоке, нам есть о чем говорить по Ближнему Востоку с американцами. У нас есть свое хорошее понимание перспектив в Сирии. У нас в Москве идет очень хороший динамичный диалог с такими государствами, как Египет. Повторяю, очень интересное стратегическое партнерство установилось с Израилем. Поэтому это дает новую глубину российского присутствия на Ближнем Востоке, которая, конечно, в 90-е годы была почти обнулена. В этой связи нам интересен здесь и американский опыт, и думаю, что американцам может быть интересен и уже интересен российский опыт. Успокоение на Ближнем Востоке также является той задачей, где российско-американские интересы не всегда полностью противоречат друг другу. И, наконец, наверное, самое легкое, то, что выглядит самым легким, но на самом деле достаточно проблематичная точка, это восстановление из руин гуманитарных контактов между Соединенными Штатами и Россией, прекращение пропагандистских войн друг против друга, возможности для журналистов свободной работы, для молодежи свободных нормальных обменов. Конечно, говоря об этом в Мидлберийском колледже, я должен сказать, что Мидлберийский колледж для этого очень много делает позитивного, но делает это, к сожалению, вопреки общему тренду, который сейчас имеется в Российской Федерации, обсуждается, к сожалению, новое законодательство, ограничивающее студенческие обмены между Россией и Соединенными Штатами. Надеюсь, что оно не будет принято, но мне сложно сказать, что наша Государственная Дума как себя поведет. Думаю, что именно молодежные, культурные обмены, обмены среди журналистов, именно это должно стать серьезным элементом хотя бы минимального восстановления из руин двусторонних отношений. А что касается экономики, то, повторяю, я не специалист по экономике, но вижу, и на слайде видно, крайне низкую степень взаимной вовлеченности России и Соединенных Штатов в экономике друг друга. Фактически отсутствие российского лобби экономического в Вашингтоне. Ну, что-то «Газпром» делает, но очень мало, конечно, если сравнивать с еврейским, армянским лобби, уже сейчас можно даже с китайским, с индийским лобби, то это, конечно, совершенно несравнимо. Слабое лобби, и это мы видим. Но думаю, что все-таки определенное понимание интересов взаимных, где бизнес-сообщество может помочь, оно тоже присутствует. Приведу один пример. Вот есть один из наиболее трезвомыслящих американских специалистов по России, это Джек Мэтлок. Да, он здесь в Монтерее бывал, бывший посол США в России. У Джека сын вице-президент российского Альфа-банка. Вот хорошее понимание интересов взаимных. Да?
когда не просто что-то говорят там о России, а понимают, как в России движется экономика, как в этой экономике участвуют и другие государства, в том числе Ближневосточные. Это помогает, это сближает, это дает реалити-чек. Но, к сожалению, это почти исключение. Вот таких реалити-чекс я вижу очень мало. Это мой последний слайд, который некоторые из вас даже могут знать по моим другим лекциям. В декабре прошлого года, почти год назад, без малого год назад, я выступил с идеей, что нет, у нас нет окна возможностей. У нас есть форточка возможностей. Так как все вы говорите по-русски и знаете, что такое замечательный словарь Даля, то вот эта вот дверка, кстати, слово вообще-то пришло с немецкого в русский язык. Вот эта вот форточка, она есть, она еще не захлопнулась. Но вы тоже знаете, кто пользуется форточками, что любой порыв ветра рискует вам форточку закрыть очень быстро. По моему убеждению, к сожалению, Россия и США не использовали те возможности, которые у нас были на протяжении предыдущих месяцев. Прежде всего, из-за отравленной домашней обстановки в Вашингтоне, но, возможно, из-за отсутствия должной политической воли. И в результате сейчас эта форточка, конечно, уже осталась вот такой вот у нее участок. Может быть, мы имеем еще 2-3 месяца, чтобы начать работу не над всеми семью направлениями, которые я вам показал, да, а над, может быть, двумя-тремя из этих направлений. Это уже будет выход из болота, вот когда мы начнем сами себя за волосы России и США вытаскивать из того болота, в которое мы погрузились. Но сказать, что сегодня у меня уверенности больше, чем в декабре прошлого года, нет, такой уверенности меньше. А мне еще предстоит тут в Вашингтон поехать. Я думаю, как я там побываю, боюсь, что у меня еще будет меньше уверенности. Ну, не знаю, who knows. С другой стороны, сказать, что у меня этой уверенности меньше после марта, когда я здесь последний раз выступал по России, да, у меня тоже меньше такой уверенности. Отношения скорее не падают стремительно еще ниже. Но не имея позитивной динамики, они продолжают соскальзывать. И в Вашингтоне сейчас столько людей, которые мечтали бы увидеть их еще более соскальзывающими. Да и в Москве такие люди тоже есть. Что серьезное переживание за перспективы нашего двустороннего стратегического диалога у меня усиливаются. Спасибо за внимание. Я так понимаю, 10 минут перерыв, да?